Наземным транспортом нельзя, поветраным можно. С сегодняшнего дня в Беларуси введенная часовая заборона на выезд праз наземные пункты пропуску. Причина – недопущение распаусюдживания коронавируса. Подробязный алгоритм Держпогранкомитет разместил на своем сайте у особной вокладце. Обмежевания будут денежить в автодорожных и чигуночных пунктах пропуску, а так само рачных портах. Заборона не распаусюдживается на особ с дипломатичными и службовыми пашпортами. Официальные делегации, водители международных автомобильных перевозок, экипажи поветренных и морских судов, техниковые бригады и некоторые иншие категории. Есть выпадки, при яких мяжу можно будет пересекать по уважливых причинах. Это поведомление об тяжкой хворобе и смерти родных, мужа и жонки. Так само можно выехать для отримания меддопомоги при предъявлении документов, якія подтверждают мету поездки. Выключение предугледжено и для особных категорий работников и навученцев соседних краин. Выезд на учебу, працу, а так само тем, кто мае вид на жыхарство, за мяжой будет дозволено не частей, чем раз у полгода. Праз поветренные пункты пропуску для замежных и белорусских громадян выезд не обмежаваны, але магчыма не ранее, чем праз 10-дзённый термин самоизоляции.